Где ты был? Я искал тебя. Мне просто хочется жить обычной жизнью. Что же ты подразумеваешь под обычной жизнью? Я хочу сам выбирать себе друзей и... возлюбленных. Ты с ума сошел, нас могут увидеть. С возлюбленных и надо было начинать. Она тебе не пара. Поручик Корф. К вашим услугам. Я никогда не относился к тебе как к обыкновенному человеку. Потому что ты необыкновенный человек. Оля! Оля! Я люблю тебя. Никто не виноват, принцесса. Я просто счастлив видеть вас. А вот здесь Азия и Сибирь. А где Крым? Разрешите представить, фрейлина императрица Наталья Репнина. Вы ошибаетесь, ваше высочество, отныне я не фрейлина, государыня. А фрейлина принцессы Марии Гессен-Дармштадтской. Я знаю, Ольга больше всего хотела бы, чтобы вы были счастливы. Она не сможет жить спокойно, зная, что вы разрушаете свою жизнь. Начните все сначала. Вот ваш белый лист. Женитесь на Марии и смотрите в будущее. Прощайте, Наталья. Будешь ли ты счастлив с ней? Ну что, матушка? Разве может этот ласковый ребенок сделать кого-либо несчастным? Так выпьем же, господа, за мужскую дружбу. Ведь это удивительно, что, несмотря ни на что, мы целы и невредимы, мы вместе. Браво. Так, пожалуй, я тоже выпью.